сегодня, так сказать, дуэль королей Рабон. Я, Иван Сергеевич, лучший бомбардир и лучший пропускатель команды, бьемся за респект, так сказать. По 5 ударов с пенальти Рабоной. Кто больше забивает, тот чемпион. Погнали. По очереди. А что, разве не чайно? Все, ты начинаешь? Давай ты начинаешь. Да? So, yeah. Встаю. Первый пошел. Готов? Оуф, хорошее начало. Есть. Уф, сейчас серия 1-0. Ладно, поправить перед ударом. Угу, все, еще 1-0. Так как так-то, а? Все, пока 1-0, по 2 удара есть. Третий. А шпыры можно? Угу, 1-0. Буфонище! Чудовищное буфонище! По 3 удара, 1-0. 3 удара, 1-0 иду. Так. Ух, 1-1. По 4 удара сделали. Последний шанс что-либо изменить. Ну и так, видите, проиграть могу. Можешь. А можешь выиграть, промазать по жопе. Так, пока ничья. Решающий удар. Ого! Вот это камбэк! Это те моменты, ради которых стоит жить. Я... А какой счет у вас? Внес некоторую интригу. Но все было рассчитано. Хорошо стоит. Нет. А ты же хотел один Диману отдать. Нет, Рабоны было. А, да, кстати, Диман, ты за меня болел? Иди. Счастливый бежит. Оуф, ты реально помнила, хоть. Ты жив? Не плачь. Ну как, в следующий раз выиграешь. Ну как, ну смотри, ну что? Ну вот да. Несправедливо. Вот, оп. Блядь, этот пошел туда, а в тот кроссовки надо было красные брать. Да, в этом дело. Там нос болит. Да. А это уже, видишь, потёртый. Ага. Спасибо всем, кто смотрел. Это наш оператор сегодняшний. Все. Мы проиграли, к сожалению.